Всем привет, и мы продолжаем играть в Stalker. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюхаю химеры, что надо. Он и во сне на полную работу. Я взял задание, мы сейчас охотимся на химеру. Так, она не должна, то есть, нас учуять. Мы должны к ней подойти осторожно. Очень осторожно. Походу это химера, ну я не знаю. Да, это химера. Мы должны ее как бы убить. И он нам хорошие деньги заплатит. Ну, делаем здание, короче. Потом посмотрим. Так, блядь, что здесь? То есть она не должна с гарматы заводить. Вот она. Вот. У меня патрон не очень много сразу. Да. Спишь, тварь. Ну что, привет тебе от краба. Давай! Извините. Извините, пожалуйста. Последнее сохранение включил. Нечаянно своего попало. Просто нечаянно это было вообще. И мы сейчас опять будем к химере лезть. Блять. Просто нечаянно было. Химера несложная, сразу могу сказать. Химера не очень сложная. Но и не очень легкая. Мы должны ее убить. Я даже не знаю, как я в своего попал. Я стрелял химеру, ну ладно. Подойти. Пойдем, отправляемся опять. У меня немного патронов, но с этими патронами, я думаю, я справлюсь с химерой. Подойти на место. Нельзя, чтобы она нас как учуяла. Я ныряю. Она не должна нас, то есть, учуять. Сейчас мы поедим. Ну, как вы видите, у меня комбинезон вообще. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюху химеры, что надо. Он и во сне на полную работает. Понятно, чувачок. Понятно, чего. Сейчас мы ее уложим быстро. У тебя калаш, я вижу, он дробовик. Дробовик, он хороший. У меня, видите, нет патронов, у меня вот эти есть. Вот, вообще ничего. Все, она нас, то есть, не чует. Не подходить надо, как он, настороже, а потом резко встать. То есть резко встанем, ну и будем в нее палить. Тот нам скажет, мы будем в нее палить. Видите, какая химера. Она, наверное, убила их друга. Ну что, привет тебе от краба. Давай!
возвращаемся. А ты не забудь заглянуть к зверобою на Янове. Скажешь ему, что раненая химера склеила ласты. И долю свою получишь. Зверобой, понятно, пацан. Понятно. Так, ну, мне сейчас к нему подойти надо. Да, пойдем, ну да. Идем. Ей мне надо подойти к зверобою. Будь добр, спрячь пушку. Я ее спрятал, все в порядке. Мне надо подойти. Здравствуй! Ну типа я слушаю. К зверу. Нет. Так, балабонь быстрее, что надо? Раз, два, все дела и... Слушаю поехали! Тебя! Поехали! Ну, привет! Так, ладно, вот. Ну, удачи тебе! Это не ко мне. Со старшим говори. Зверобой. Вот он, зверобой. Он мне сказал к зверобою. Ой-ё. Это ж мне на Янов аж надо. Ладно, видите. Нифига ты играть не умеешь! Согласен, пойдем. Я же это не знал. Мне сейчас к зверобою надо. То есть сообщить ему, что химера мертва, и получу свою долю, как обещано. Отправляемся мы на Янов. Янов тысяча рублей стоит. Это не очень много. Для меня это вообще мелочь, а не деньги. Мало. Для вас не знаю, сколько денег вы собрали. Вам решать. Так, блядь. Дом Зулуса показывают. Необычный дом, сразу скажу, необычный дом возле Янова. Безопасный, можно сказать, дом безопасный. Как, так как он наверху находится, а не внизу. Я бы не проще в таком поселиться. С ковриками жить. И жить, блядь, спокойно, и пить водку нахер. Барыги реально все. Так, скучаться. Так, мы прибыли на Янов. Прячем оружие. Идем к зверобою. Что вот. Скажешь, брат? Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Ты заглядывай, тут весело. Здравствуй, сталкер. Вот он. Так, ну давайте карту посмотрим. Вот, сообщите сталкер по кличке Зверобой. Он, по-моему, ну, привет. Здесь находится. Да. Вот он. Сталкер. Как дела, охотничий? Нас зато. 2000 получено. Спасибо. Ну, сейчас мы идем. Время дорого. Рассказывай. Здравствуй, сталкер. Не, ну, это кто мне не доверяет, мне нужно КПК Морган. Я КПК Морган. В общем, выкладывай. Еще не добыл. Но я близок. А, здравствуй. Свободу, мир, пишите.
Ну и на этом мы с вами заканчиваем наше видеопреждение Сталкера. Увидимся в следующей серии. В ней я буду пока Моргана, может. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. До встречи.